И вот этот лад, помните, мы с вами говорили, в лунной традиции он начинается с минорного аккорда, да, или с лунного. А в солнечной традиции, в итальянской в данном случае, да, ну, уж не знаю, откуда растут ноги, может быть, итальянцы тоже у кого-то позаимствовали, и, скорее всего, так оно и произошло, так как доходят слухи, что ранее октава называлась осьмава, то есть совершенно по-нашему, да, вероятно, в итальянской солнечной традиции мы будем за точку отсчета принимать мужское начало, муж. То есть мужское начало у нас нотка ля за начало отсчета. Запомните это, пожалуйста. А в лунной традиции, в женской, за начало отсчета мы будем принимать нотку фа диез. Фа диез.